Thank you.
подходи! Ты заглядывай, тут весело бывает. Послушайте, мужики. Два тела, похоже, погибли при касании.
Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Сталкер, подойди, пожалуйста. Как ни крути, нам конец. Сколько ни сиди, ничего не высидишь.
Бай! Время дорого. Рассказывай. Здравствуй, сталкер. До встречи, сталкер. Ну, привет. Привет, брат. Ну, привет. Привет, брат. Ну, привет! Здравствуйте! Ну, удачи! Лоха! Покедова! Что скажешь, брат? Заходи! Легкой дороги. Ну, привет. Опа! Живы будем. Слушаю тебя. Ну, сда... А чего я как-то слышал? Найдешь артефакты? Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. И надо же! Сидит кто-то там, шуршит, ноги свисают. И цап того, что попутного на дереве сидит ветра. Крепко между ног. И строго так, колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Ну что, есть что-то новое? Oh.
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Вот такое знает кто? Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Тут тачочки поправил, и ему... делятся советами. Один говорит: я тебе куртку черную. Ну привет! Так теперь бандиты меня. Сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? Ха! Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная когда. И багажник спереди. Скат-4, прием. Прием. Отвечает Скат-4. Группе Скат, внимание. Говорит Скат-1. При возникновении чрезвычайной ситуации точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. Сталкеры, зрители уже хорошо дня и обсуждают все факты. Самые любимые. Это...
подходи. Ты заглядывай, тут весело бывает.
Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Ну рассказывай, я весь внимание. Внимание, анекдот. Пришел, значит, сталкер к дому. Вот это Бай! С чем пожаловал? Слушаю тебя.
Удачи тебе. Здоров. Ну, я слушаю. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Привет, брат! Здравствуйте, здравствуйте! А, подходите. Что у вас? Ну, я слушаю. С чем пожаловал? Слушаю тебя.
за спину. Здесь нейтральная территория. Что-то ты, блин. Счастливо. Не болей. Ну рассказывай, я весь внимание. Все. Завязываю. Подходи, брат. Покидова!